Едва ли не каждый день в нашу редакцию поступают звонки от возмущенных горожан. Жалобы на работу мусоровывозящих организаций и заваленные контейнерные площадки, похоже, принимают внушительные масштабы. Город потерял облик благоустроенного, ведь такие картины не исправить никакими клумбами и шикарными постройками. В настоящее время в Актобе появилась проблема с вывозом твердобытовых отходов. В связи с чем и почему так осложнилась ситуация, мы эти вопросы хотели задать городскому отделу ЖКХ, однако сегодня комментировать ситуацию здесь отказались. Проблема не новая. С момента передачи функций по вывозу ТБО из одних рук в десятки, дело пошло изначально с напрягом. Небольшие компании столкнулись с нехваткой техники и рабочих рук, несмотря на то, что тендеры на госзаказ они все же выиграли. Поэтому графики часто не соблюдались, а люди ждали и терпели. С вывозом мусора частенько, в других местах тоже. Почему так происходит, на ваш взгляд? Не вывозят вовремя, так я думаю. То есть график постоянно нарушается? Ну, здесь-то вот, бывает. У нас-то так не так часто здесь. Но бывает. А в других местах, смотрю, частенько мусор валяется. Что делать, на ваш взгляд? Не знаю, вывозить вовремя. Кто должен эту проблему решить? Ну, специальные организации, наверное. Вот у вас, например, во дворе регулярно вывозят? Нет, вообще? Нет, очень часто. И еще мимо мусора кложат тоже, как бы не очень. А почему мусор перестали вывозить, вот на ваш взгляд, как вы думаете? Я без понятия, не знаю. Вопрос, наверное, к правителям города. Мусор не вывозят? Нет. А почему график нарушается, как думаете? Не в курсе даже. Вопрос кому-то хотите задать? Властям, например? Да и так все понятно, что-то. Накануне в соцсети на официальной странице ЖКХ появилась следующая информация. В связи с финансовыми затруднениями две из трех мусоровывозящих компаний, оказывающих населению услуги по вывозу ТБО, находятся на стадии прекращения своей работы. Это ТОО управляющая компания 27 и ИП Таза Лайф. Это объясняется низким тарифом, который не покрывает затрат на содержание спецтехники и штата сотрудников. Кроме того, остро стоит проблема складирования вывоза крупногабаритного мусора. Это дополнительные немалые затраты для компаний, которые не заложено в тарифе на вывоз ТБО. Чтобы избежать образования мусорного коллапса, по поручению акима города Мавра Абдуллина создан оперативный штаб. Участки, которые согласно договорным обязательствам обслуживают ТОО УК-27 и ИП Таза Лайф, поделены между другими компаниями, решившими на безвозмездной основе оказать помощь родному городу, пока не решится вопрос с объявлением конкурса на организацию вывоза ТБО. Информация о проблемах с вывозом ТБО также принимается круглосуточной службой контакт-центра по телефону 109. Ирина Гуть, Сергей Калашников, программа «Факт».